Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Dodge Caliber 2008 года выпуска. Объемом 2 литра ECN. Пробег двигателя составляет 76 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов. Грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Dodge Caliber 2008 года выпуска, двигатель 2 литра ECN. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Проверка ошибок. По данному автомобилю горит ошибка мотора. Проверка выхлоп. Выхлоп чист. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.